Тьюзон. Аббатство картезианского ордена святого Гонория в селении Тьюзон, близ Абвеля. В истории искусства аббатство известно тем, что в нем находился Тьюзонский алтарь, работа неизвестного мастера Амьенской школы около 1470 года. Это редкое произведение ранней французской живописи, относящееся ко времени зарождения нового искусства станковой картины в Европе. Оно выросло из иконописи в процессе утверждения светской культуры и осознания значимости человеческой личности, личности художника-творца. Во Францию это искусство пришло в середине 15 века из Нидерландов, родины особого типа станковой живописи, алтарной картины. Крупнейшими центрами алтарной живописи во Франции стали прежде всего ее северо-восточные провинции, наиболее близкие к Нидерландам. Живопись большого алтарного образа для аббатства святого Гонория в местечке Тьюзон близ Абвиля была исполнена мастером тьюзонского алтаря, одним из мастеров Амьенской школы в Пикардии. Алтарь состоял из центральной скульптурной композиции из позолоченного дерева и четырех створок, расписанных с обеих сторон. Во время Французской революции в 1791 году алтарь вынесли из монастырской церкви. В 1795 году разобрали и распродали по частям. Внутренние росписи боковых створок сохранились. На них располагаются композиции «Вход Господень в Иерусалим», «Тайная вечеря», «Вознесение Христа», «Сошествие Святого Духа на апостолов». С 1913 года 7 фрагментов из распиленных вдоль четырех створок находятся в США, в Музее Института искусств Чикаго. Восьмую картину «Вход Господень в Иерусалим» в 1860-х годах князь Гагарин приобрел в Париже, и ныне она хранится в Петербургском Эрмитаже.